лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Мы висим между ночью и днем, идем по канату над бездной. В сочетании боли со счастьем, разрываемые на части, загребающие горстями все порожденное этими частями. Седьмое небо, девятый круг, все, что по кругу и все, кто вокруг. Сумерка, глядя в окно, подозревают одно. У жизни тысячи рук, у смерти тысячи глаз, и все они тянутся к нам, и все они смотрят. Между материей и духом, между зрением и слухом, в сочетании плача со смехом, отражающихся эхом, от заката к рассвету, от вопроса к ответу. Седьмое небо, девятый круг, все, что по кругу и все, кто вокруг. Сумерка, глядя в окно, подозревают одно. Тысячи рук, у смерти тысячи глаз, и все они тянутся к нам, и все они смотрят на нас. У жизни тысячи рук, у смерти тысячи глаз, все они тянутся к нам, и все они смотрят на нас. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Анна Ци со своим мужем Михаилом и барабанщиком Иваном. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я не знаю, мы, может быть, этой передачи не гремим. Мы, может быть, этой передачи, значит, открыли новую эру в этом цикле «Лаврские встречи». Знаете, на что на меня навело на все это? В последнее время я все больше и больше всматриваюсь в свое прошлое, ну, в возраст уже. И вот была передача недавно с Петром Сладатенком, вот, режиссер, вот, и он снимал фильм, очень интересный, как раз про эти годы, когда был рок-клуб, конец Советского Союза, он снимал молодежь, вот эту субкультуру. И просто я задал себе сам вопрос, а что вот изменилось с тех времен?
И у меня к вам, в общем, можно сказать, сотни вопросов. Передачи, наверное, может, и не хватит. Не знаю, как вы будете на это отвечать, на эти вопросы. Вопрос первый. Значит, почему вы выбрали именно такой способ самовыражения? Наверное, два вопроса. Это же, почему вы выбрали такую жизнь? Можно было бы, жить просто. Я вот лично, я хотел быть непохожим, в Советском Союзе, непохожим на других хотел был быть. Я чувствовал себе, что я не похож, я был немножко белой вороной. И я это просто начал себе, выращивать и укреплять за счет мастерства. И так вот стал музыкантом и приехал в Питер, и нашел себе здесь нишу. Но в итоге это получилось, что я стал священником. И мне хотелось бы, чтобы мы тоже проследили это поиски, духовные поиски, метания. Они же все тоже в песнях отражаются, да, внутренний мир. Да. Я, наверное, много говорю, но почему вы выбрали этот путь? Потому же, почему и вы, наверное, просто жить по-другому как-то скучно. Просто жить и ничего не делать, то есть являться потребителем того, что делает кто-то другой, как-то кажется недостаточным, наверное. Это что, протест все-таки небольшой какой-то? Альтернатива, да? Это альтернатива скорее. Мы не то, что мы там протестуем, мы никого же не заставляем там становиться похожими на нас. Мы с Мишей перед передачей говорили же, что это как бы некая свобода, есть опасность, да? Угу. Ей воспользоваться не так, да? Если это протест, то, наверное, это протест против собственной лени, просто против вот этого бесконечного расслабления. То есть это борьба с собой, да? Наверное, да, все-таки чувство, какой-то позыв есть, что-то какая-то энергия проходит, какая-то сила, и вот она вот выплескивается вот в это вот. А вы это хотите показать, как это у вас происходит? Демонстрация, собственных... Мы хотим просто, чтобы было нам весело жить, чтобы нам было не скучно жить, и чтобы тем, кто приходит на концерты, если кому-то тоже нравится наша музыка, чтобы они тоже не скучали. Чтобы у них было что-то помимо рутины, работы. И вот то есть вы сделали этого. Выбор и живете этой жизнью? Да. А кушать как вы? Работаем на работах человеческих, как и все прочие человеки. А в свободное от работы время занимаемся музыкой. Это не назовешь хобби, да? Это больше, чем хобби. Музыка — это наша жизнь, а работа — это для того, чтобы просто покушать купить. Там, хорошо. Образование есть у кого-нибудь музыкальное такое? У меня кулек. Кулек? Да. А у тебя? Нет никакого образования. Пакет. У тебя кулек, пакет. Вон у Ваньки, наверное, есть. Нет, у меня нет музыкального образования. Как? Нет, я думал, есть. Служил в оркестре военном. А, угу. Это школа. Это школа жизни. Интересно, да. Вы нашли свой способ самовыражения, а идея от вас, да, она исходит Тексты, ребята, да, поддерживают. Тексты, мелодии, да. Мы до этого все, мы с ним были в группе, в другой. И потом у нее была другая группа, у меня там еще. То есть мы знаем друг друга довольно-таки, по таким, по молодым рок-н-ролльным меркам довольно-таки давно. И мы изучали друг друга прям без остановки. То есть, будучи в других группах, если ты с человеком уже был в группе, ты его довольно хорошо знаешь. Его, mm-hmm. как его музыкальное пристрастие, и, что не менее важно, его поведенческие, все всяческие привычки. Вот. И вот и вдруг она стала писать песни. Вот это самое главное, что она и нам показалось, что они... Мы достаточно уже опытные, чтобы видеть, что это прям состоятельный mm-hmm. трек. Его mm-hmm. можно, песня по-русски, mm-hmm. его можно показывать. Вы кому-то подражали, да, или что? С чего началась подача? Горловые эти моменты вокальные. Да нет, я всегда, я не то что подражала, но я слухачила всегда, если мне нравилась чья-то манера пения. Ага. Если я увидела там по телевизору какую-то певицу, мне просто понравилось, я ее послушала и стала делать так же. То есть, да. То есть ты поняла, что это у тебя тоже это получается, народное, да? У меня, в принципе, получается все, я квантово скачиваю знания. Мы уже выучили ее любимые. У нее есть любимые приемы. Наборчик. Один из них самое... то, что мне нравится, то, что она много народного использует. Мигалка, не осознавая этого. И музыка наша, такой он получается рок, но с такими с народными. Восточный, да, еще немножко такой колорит? Восточный, да. Есть, наверное. Это от нее, да, исходит, да. Mm-hmm. Но мы не против. Только чтобы не очень его тоже много было. Без перебора, да, Ну все, по чуть-чуть. Мозаика. Получается, своеобразно достаточно. Я был на концерте, посвященном
Александра Башлачева, где я вас и встретил. Вот. У меня вот, первое впечатление потрясает. Ну, такое. Правда? Мне очень много... Ну, я тоже такой человек, уже много чего слышал. Вот много ассоциаций разных. Мне очень понравилось. Это вы сами играете, поэтому вы глубже понимаете. Да. Музыку, хотя мне показалось, что это эпатажно немножко так... Ну, и шокирует обыкновенного такого человека. Как интересно. У него так, он вздрагивает. Что это такое, что это такое? Значит. Не, ну, просто раньше мы эпатажили, в предыдущих проектах это вообще был сплошной эпатаж. И сейчас, команды, сейчас мы считаем, что наоборот. Мы даже подскромнели. Ну, мы себя немножечко сдерживаем, да, чтобы выросли, в основном музыка была, а вот нам не очень интересно там. Ну, тем более на сцене уже делали за протяжении вот всего этого рок-н-ролла, там сколько он длится в мире, 50-60 лет, уже делали такие вещи, о которых и говорить здесь нельзя. И как бы кого-то пытаться переплюнуть, уже нет смысла просто музыку играть. Хочется и просто все. Песни петь. Чтобы сами собой были, да, как-то. И действительно что-то серьезное. Ну и, как правило, эпатажат те, кто вот, ну, у кого музыкальная составляющая не дотягивает, они вот этим вот берут всяческими выходками или там одеждами сумасшедшими. Да, я недавно пришла к выводу, да, что особенно эпатажат, кричат и протестуют те, у кого не хватает либо таланта, либо голоса, либо какого-нибудь хорошего материала, а славы очень хочется. Ну, а вы в каком рейтинге существуете? Где вы находитесь? В каком пространстве ваш вот проект? Вы сейчас выходите с ним, да? Вот? Ну, потихонечку начинаю. Вот мы только-только начали, да. Нам еще даже 2 лет нет. То есть, ну, вот этого, вы вот этой ходить, группы вообще. Нет. Да-да-да. То есть мы заново, после всех наших андеграундных этих проектов и совершенно другого там круга общения, мы сейчас все поменяли и родились заново вот в таком вот качестве. Уже в зрелом. Ну, да, и вы, значит, хотите мыслить, хотите что-то доносить, какие-то свои мысли, свой образ мышления, да? И вы в поиске, да? Нет, не то, что вы в поиске. Ну, в плане там материала, наверное, мы уже нашли. Да. Наконец-то. А как вот развитие будет, ну, вот... А вот в плане там... Промо, то, что называется. Социализация, да, как бы, да, вот этого вот... всего. Ну, пока у вас тексты и идеи, они вот такие социальные, да? Да нет, мне кажется, они не социальные. Они скорее... Ну, даже не бытовые, это просто мироощущение мое. Но это, по сути, дневники. То есть я считаю, дневники, что это мои ощущений дневники. Ощущений своих, да? Да. У меня же нет там никакого лирического героя. Я просто... Что вижу, то пою. Ну, ты сама героиня, получается, да. Своих стихов. Ну, может быть, потом я начну там придумывать уже каких-нибудь персонажей, не связанных со мной лично, но пока вот так вот. Угу. Все, что наболело, в общем, то о том и поешь. Да, ну, пришла пора следующей песни. Что это будет за песня? Сразу расскажите. О, эта песня у нас... Асфальт. 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 А песня... Городская песня. Городская песня о наболевшем. Я написала ее, когда шла на работу... И шел дождь, очень красивый был мокрый асфальт. Я думаю, блин, такой красивый асфальт, а я вот на работу иду. Собственно, вот и вся песня. Красивый асфальт. На квадратный метр так много детей и собак, и ты идешь незаметно, ускоряя шаг. Сквозь дома и квартиры все ориентиры, сквозь дома и квартиры и все ориентиры. Зеленые мили, желтые метры, синие литры, километры одной палитры. Зеленые мили, желтые метры, синие литры. Это километры одной палитры, сверкающий асфальт под ногами, звезды под сапогами, не покрытые грязным снегом, не заплеванные человеком, не растасканные ногами.
квадратный метр, так много людей и машин. И ты идешь незаметно, достигая вершин. Сквозь дома и квартиры все ориентиры, сквозь пробки и стены, к началу вселенной зеленые мили, желтые метры, синие литры, километры одной палитры, личные драмы, пустые моменты, старые раны, лишь фрагменты одной панорамы, сверкающий асфальт под ногами, звезды под сапогами, не покрытые грязным снегом, не заплеванные человеком, не растасканные на куски, не распроданные на брелки, галактики. Господи. Я думаю, что некоторые бабушки, которые смотрят нашу передачу, ну, пожилые люди, они немножко вздрогнут, вот, но задумываются, потому что их внучки такие же, и вокруг живет жизнь, и она не такая розовая, значит, и... К сожалению, да. Да. Вот. Ну, что мне вопросы? Вопросы у меня там целая куча. По поводу вот вашей семьи, как вы друг друга нашли, как вам музыка помогает вам, вашим отношениям, чувствам. Вы же чувствуете себя современными людьми, да? Не знаю. Вы принадлежите вот времени там четко своему? Я что-то там, встали, не будильник, там, времени вообще. Яичницы зубы почистили, там, ну, зарядку тоже, сделали. Да. Это надо, да. Да? Ну, это, надо? Конечно, отягощает. Бывает. Но Миша там про лень что-то говорил. А, ну... Ну, бывает, да, всяческое. Но... Бывает как-то, ну, периодами, бывает очень такое приступы трудолюбия такого, что, может вот, быть, даже... Вот, кстати, все... Миша очень классно моет посуду, может и полы. Быть, все китайцы, да? Позавидуют, а что так начинаешь суетиться, что... А потом другая крайность, конечно, хочется, чтобы уже, ну, наверное, зрелость это называется, чтобы как-то было немножко все посередине, не... и не валяться там на диване, и, с другой стороны, никак шмель вот так не по дому тоже не перемещаться быстро. А ну, музыка, вы нашли там... такую форму существования, да, чтобы как бы как два треугольника, большой и маленький, ну, чтобы углами, да, друг друга, так сказать, не задевать, да? Ну, у нас есть такие моменты, когда мы просто сидим в разных комнатах, потому что уединение, одиночество обязательно нужно. И вот дуетесь, так вот постоянно. Ли? Нет, просто там каждый занимается, песни там пишет, или на гитаре играет, или там кино смотрит какое-нибудь. Ну, то есть не в обнимку. Ну, мы понимаем оба, что, ну, ну, в равной, да, степени нам нужно чуть-чуть побыть одному. Беда, когда, ну, человек, люди живут в паре, кому-то нужно одному побыть, а кто-то, да, один не понимает, ну, не понимает этого и начинает очень, ну, прилипать и доставать, и потом происходят эмоциональные всплески. Это вообще уединение. Ты меня это не святое. Любишь, ну, я тебе не нужна. Да, да, да. Ты вот мне так, мало внимания вот, уделяешь. Так, вот так вот. Да? Угу. Не, у нас как-то уже эта стадия, по-моему, да, и мы музыканты. Мы даже мы встретились на репетиционном помещении. У нас рядом были репетиционные точки. Вот как раз вот наши две группы, да, репетировали. Предыдущие, да, как-то, в которых мы были не вместе. У нее была своя, и у меня она своя. Ну, это, значит, промысел был. Чтобы вот, встретить. Кстати, да. Это я мы тоже так никак, считаю. Никак по-иному мы это и не оцениваем. Угу. Очень прям попадание. Иван, я тебе не задаю особо вопросов. Вот тебе далеко микрофон. Вот, поэтому извини я уж. Я послушаю с удовольствием эту историю. Он знает это. Вы друг друга знаете, как облупленные, как говорят в годонароде, да? Ну, и у вас творческий союз, да?
друг друга там, он говорит, ты, слушай, ты не так поешь, вот так вот. Ну или... да, он ну, нет, ну, подсказывает, вообще он сначала, же автор мелодии. Я, да, когда вот она начала писать, и все вот это было так довольно-таки быстро, и я просто думал, неужели она, ну в основном сначала она прям писала, то есть она особо не играет ни на чем, но у нее очень хороший слух, она просто пропевает. У нее гармоническое мышление, да? Да, а мы снимаем уже партии. Я смотрю, он там четвертонами даже пользуется иногда. Ну не, даже не знаю об этом. А я не она, помню, я забыла как бы, но... все, чему училась. Да может быть и хорошо, что она, не знает, что она вот просто сразу напрямую энергию пропускает без там цифрования в голове и там нотизации какой-то, запись, они же... чему-то учат, а иногда да, отвлекают. А это иногда очень мешает. А потом, я думаю, как было бы клево, чтобы, если бы я ей писал тоже песни, и я начал вот потихоньку вообще. И вообще а еще ты бас-гитарист, да? Да, вот когда мы таким ну, большим составом играем, на живым, у нас еще гитарист есть, а я играю на басу. Вот. Потому что гитарист тоже из моей предыдущей группы, а как бы, ну, басиста и не было, и я решил, а давным-давно я играл в 17 лет, я начал играть сначала на бас-гитаре, вот. И вот я вернулся к тому, что там делал 20 лет назад опять на басу. Как, вы откуда вообще? В Петербурге родились или что? Ванька, вот петербуржец у нас один, ну, только поэтому из всей группы. А вы откуда? Я из Сибири, из Западной Сибири, город Новокузнецк, заводы, шахты, гопники. А да? Михаил из Тамбова. Центральная Россия, да, Тамбов. Да. Ага, понятно. Трудно здесь беречь голос в Петербурге. Вот у меня вокалисты постоянно жалуются. Нет. Нормально? Ну, ты сочувствуешь нормально здесь? В Новокузнецке просто настолько плохая экология, что когда мне говорят, что тут что-то в Петербурге не то, я очень смеюсь на это, ну, мягко говоря. Ну, может, просто здешний климат из... Не, ну я не скажу, что здесь прям самый супер климат, да. Округов, может быть, он их и расслабляет. Ну, в смысле, подвергает их каким-то напрягам. А если человек здесь живет на протяжении... Человек из более худшего места приехал, поэтому, наверное, мне нормально. Адаптация так произошла. Ну, вы здесь как рыбы в воде, да, себя чувствуете? Ну, я уже 13 лет, получается, здесь. Я приехал, мне было 18. Я никуда не хочу уже, все, я поездил там по всяким... Здесь вот, а музыку вообще здесь делать лучше всего из-за того, что, ну, очень прохладно в основном большую часть времени года и темно. А вы сейчас востребовываемые... Так-то. Какие, сколько у вас концертов-то? Сейчас что-то... Ну вот последний месяц очень последний мы были месяц востребованы. Последний месяц что-то часто, вот, потому что фестивали, еще, да, и еще эфиры, там впереди да, фестивали будут. Ну потихоньку вот все начинает происходить, потихоньку. Да. Мы же сначала пока собрались... У вас никто не продюсирует, вы сами, да, пробиваете? Вот мы сами сейчас, пока мы не... Ну, мы, нам может сейчас быть, помогают. Сталик Державин вас не заметил еще. А кто это? Ну, как это, Пушкина стихотворение. А. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Не, ну Пушкинцев. Нам помогает. Ну, вот сейчас вот окна есть... открой, вот да. Нас заметили. Окна открой. Да. Да. Вот. Мы говорим об этом, да? Там из-за окна. Значит, сейчас вам песня. Вспомните, что вы там хотели петь. Коридоры, я думаю. Да. Коридоры. Вот как раз Петербург. Это опять коридоры, это что у нас? Это коммуналки. Коммуналки. Питерские, да? Да. Любимые. Любимые, да. Я скучаю по ним. Песня и... Прощаемся. Темные коридоры, темные коридоры, темные коридоры. Темные коридоры. Темные коридоры извилистых коммуналок скрывают в себе видения теней застывших в движении, прячут в себе тебя и меня до наступления дня. Запах воды, танец огня, газовых плит, синий цветок, холодный гранит, синий цветок, холодный гранит, синий цветок, холодный гранит, синий цветок, холодный гранит, сидеющие небеса. В глазницах открытых форточек белых ночей я не растянусь дальше тени, я не запою громче звона ключей, открываю
ведущих эти твои коридоры. Темные коридоры. Темные коридоры. Ветвящиеся каналы закольцованных воспоминаний, текущих рекой за мной и тобой, бегущей строкой, волна за волной, светящийся кокон, скрипучих окон, трещины потолка, протянутая рука сквозь темные коридоры. Темные коридоры, темные коридоры, темные коридоры, сидеющие небеса, в глазницах открытых форточек белых ночей, я не растянусь дальше тени, я не запою громче звона ключей, открывающих эти твои коридоры. Темные коридоры, темные коридоры, темные коридоры. Темные коридоры. О чем поет, о чем думает, чем дышит наша теперешняя молодежь. Сегодня вы это все увидели, и в следующей передаче увидите. Жизнь продолжается. Я, знаете, вот я уже говорил в начале передачи, что мы с ним снимали с Петром Яковлевичем передачу с Солдатенковым. И мы поняли, что люди, которые вот, ну, значит, о которых шла передача, им было тогда 18 лет, а прошло 30 лет. 18, 30, 40, в общем, 50. 48, да, они уже 50-летние. Эти уже люди седые. И они сейчас, может быть, сидят в этих экранах, вспоминают себя и очень радуются. Вот. Так что Божьей помощи всем, Божьего благословения, ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. С нами была Анна Ци и группа... Анна Ци. Группа Ци. Божьей помощи. До свидания.